Произведения Штрауса, Вивальди и Чайковского в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии услышат в Испании. Музыкальный коллектив примет участие в международном Штраус-фестивале и даст 16 концертов. Скрипачка Галина Мозгалева в оркестре почти 40 лет. Делится, последний раз на гастролях такого масштаба Самарская филармония была 12 лет назад. Женщина играет в группе первых скрипок. Говорит, репетиций стало больше, многие партии приходится учить даже дома. Я жду, что мы удачно выступим, что мы понравимся испанской публике, что все пройдет очень хорошо. В общем, вот я на это надеюсь. На концертах симфонический оркестр, кроме классической музыки, исполнит и музыку из кино. Речь идет о таких композиторах, как Эннио Морриконе и Ханс Циммер. Участие в Штраус-фестивале послужит развитию международных культурных связей между Россией и Европой, а также простимулирует творческий коллектив, уверен главный дирижер оркестра Михаил Щербаков. Мы очень любим нашу публику, мы отдаем всю душу, когда мы играем для нее. Но все-таки нужно выезжать. Нужно пробовать свои силы вот, на другой аудитории, чтобы понимать, где ты находишься, на каком ты уровне, что ты можешь сделать в искусстве. Гастроли симфонического оркестра стали возможны и в том числе благодаря поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона проводит активную работу по развитию сферы культуры в Самарской области, которая отмечена на высоком уровне. По поручению президента Владимира Путина Дмитрий Азаров возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению культура. Я очень рад, что все состоится. Конечно, для людей творческих очень важно побывать на гастролях, на лучших площадках Европы в том числе. И я очень рад, что эти гастроли состоятся. Я уверен, что это будет новым творческим зарядом для нашего замечательного творческого коллектива. Гастроли для симфонического оркестра – это возможность заявить о себе не только в России, но и далеко за ее пределами. Творческий коллектив пробудет в Испании с 23 декабря по 14 января 2020 года. Мария Ильченко, Константин Головин. События.